сложно было, немножко была другая система. Мы все не были самостоятельны. Самостоятельно, допустим, в содержании базы. Все было централизовано. Занимались мы на базе ДСО «Локомотив». Конечно, они помогали, помогали, но всегда приходилось что-то настойчиво просить. То не хватало что-то покрасить, то для спортсменов не хватало мячей, то не хватало финансирования на выезд, то давали выезд, но маленькое количество, команда с маленьким количеством человек. Ну и всякие такие житейские и организационные вещи, с которыми связана организация спортивной и соревновательной деятельности. Но мне не оставалось ощущения, что трудно, тяжело, все было интересно. Все было интересно, и это интересно, и то интересно. Поэтому вот сегодняшняя моя тренерская профессия, наверное, преобразовалась в профессию, сейчас как говорят, менеджмент, управление процессом, комплексным таким.